Для начала нужно разместить арсенал. Теперь арсенал активен. Чтобы создать свою первую бомбу, залейте синегель. И они оставляют после себя кучу барахла. В основном железные банки и куча пластика, которые можно было бы переработать. Но должны же к нам заглядывать умники. Может, они и книжки забывают? А, смотрите-ка! Книга просто лежит тут и ждет нового читателя. Тревожные истории о ковбоях и напряженном ожидании. Держи, видит бот. За арканти этого призрачного жеребца. Лишь я смогу его укротить. Никогда не знаешь, что пригодится. Давайте найдем еще книг. Еще книга. Безумное путешествие Ниша Кэллума. Нужно остановиться на четвертый завтрак. Трех завтраков было недостаточно. Что ж, теперь мы сможем обсуждать завтраки. Художник в администрации. О, настоящая классика. Наш особый соус должен быть нацелен на результат. О, теперь мы говорим на одном языке. Спасибо, Эндрю. Ты по-настоящему вложился в этот проект, и это не осталось незамеченным. Еще одна книга для видит-бота. Хрю-хрю-кря, жизнь на ферме. Ну а вдруг рядом с особняком Виндермана будут свиньи? Почитай-ка, видит-бот. Свинья говорит хрю. Корова ничего не говорит. Корова насквозь видит фермера Рика и его ложь. Ого, хрю-хрю-кря правду манку рубит. Thank you.
синегеля для заправки. У вас нет 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 синегеля для заправки. Я добавила немного рельсов в ваш инвентарь. Когда будете готовы, проложите путь от арсенала к пусковой установке. Путь проложен.
получилось! Давайте на секунду задумаемся, как это круто! Если бы эта штука могла избавить меня от всех проблем... Ладно, хватит. Пора за работу. Бомба загружена в пусковую установку. Пусковая установка сама наведется на разлом, пока будет заряжаться. Защищайте пусковую установку и готовьтесь принимать незваных гостей. Yeah.